если бы спросить, а куда вы хотели идти? Право, я вовсе никуда не шла. Мне так приятно, что вы приняли меня за такого, ну, человека, который... Но все-таки, а куда вы собираетесь идти? Вы знаете, я думала, не здесь ли маменька? Нет, вы ответьте, отчего вы никуда не шли? Я вас отвлекла. Вы тут этими важными делами занимаетесь. А ваши глазки лучше, нежели важные дела. Вы никак не могли меня отвлечь от важных дел. Никоим образом. Даже мне кажется, видит принесть удовольствие. Вы говорите по-столичному. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Да нет, не стул, а трон. Ну, право, я не знаю. Мне надо было бы идти. Три стула. Какой у вас прелестный платочек. Я вас совсем не понимаю. Какой-то платочек. Как бы я хотел быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку. И так вообще ничего не понятно. Платочек, шейка. Ах, странная нынче погода. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода. Я вас совсем не понимаю. А может, вы мне напишите стишок в альбом на память? Да я их много знаю. А мне какой-нибудь этакий? Вот... Требуйте, какие стихи вам? Вот какой-нибудь вот такой вот новый, новый. Ну, хотя бы вот это. О, ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Ну, и дальше там как-то забыл. У меня их много всяких. Впрочем, это ничего. Я вместо этого предоставлю вам мою любовь. Что от вашего взгляда... Любовь? Я не знаю никакую любовь. Я это никогда про любовь ничего не слыхала. А зачем вы отодвигаете свой стул? Нам лучше сидеть близко друг к другу. А чего же близко? Лучше далеко. А чего же далеко? Лучше близко. Ну так зачем же близко-то? А вы представьте, близко, а вы представьте, что далеко. А как бы я хотел, сударыня, прижать вас в свои объятия. Ой, там, кажется, какая-то птица полетела. Сорока ли? Сорока. Знаете, вот это уже лишнее. Такая наглость. Я из любви. Право, из любви. Насмешник, вы насмехаетесь над нами, над провинциальными. Нет, я не хотел, я просто пошутил. И прошу, простите меня, на коленях прошу. Видите, я на коленях. Какой пассаж! О, черт возьми. Пойди прочь. Я маменька. И чтобы мои глаза тебя не видели. Я изумлена вашим поведением. Она тоже ничего. Аппетитно. Сударыня, вам решать, жизнь или смерть. Ha 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 ha!
На коленях прошу. На коленях прошу вас. Жизнь моя. Встаньте, встаньте, здесь пол совсем не чист. Нет, на коленях. Только на коленях. Вам решать, жизнь моя на волоске, достоин ли я земного существования? Ну, я в некотором роде замужем. Это ничего. Для любви нет различия. Еще Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся с вами под сень струй. Руки ваши! Маменька, папенька, какой пассаж? Что такое? В чем дело? Почему ты влетела, как сумасшедшая кошка? И что ты здесь нашла удивительного? Когда ты, наконец, будешь знать хорошие правила? Узнаете ли, маменька? Вот непонятно все это. Анна Андреевна, благословите нас на постоянную любовь! Так вы в нее? Вам решать, жизнь или смерть. Из-за тебя этого дряни надо отказать, чтобы ты в следующий раз так себя не вела. У тебя есть достойный пример, мать твоя. С нее надо брать пример. Маменька, я больше не буду. Больше не буду, мать. Едут, едут. Надежда Белавинцева.